baby. Why don't you ever model for me, Mrs. Kensington? You know. Теперь я тоже хочу такое. Давай возьмем себе вот такую баклажку. Теперь. Сидим с другом в зимней кафешке. Как его зовут? Петр. Петр? О, боже мой! Я не вижу тут мои фунчозы. Артём пробует миндальное молоко. Он пробует попасть в дырочку. Не сосется. Тратите. Вам нормально. Своеобразно. Вода со вкусом миндаля. Ну, примерно так, да. Куда? Вкусно. Мы надоили миндаль. Ну ладно, не мы, люди подоили миндаль. Какие-то на производстве сделали нам молочко.
знаю, свинку. Свинка дает нам, свинья, свинину, бекон, ветчину и колбасу. Потрясающе. Марина, расскажи, что вы делаете. Мы стрижем Кристину нахрен просто. Она в армии. Смотри. Аккуратно. Все, поехали, нет? Да нет, она сама себе будет стрижать. А ты равняешь потом? Отрежешь сейчас. Вот, нет, все, вот, вот, да? Да. Снимаешь? Фотка? О боже мой, о боже. Так и оставь. Обратно. Я передумала. Капец. Она же моя. Ё-моё. Я криво отрезала. Отдай. Отдай деньги. Блин, ты уже секс на самом деле. Где деньги? Где деньги? Давай, да давай. Тихо, вот руки суёшь-то. О, боже мой! Да! Ой, супер секси, ты только Илюху тебе получше отрезал. Привет, девчонки. Ну подождите вы, подождите сейчас. О! Я больше на пол лью, чем на Христину, потому что у меня классный пульверизатор из-под Привет. Кровати. Я Христина. Можно я уже... Снимайте меня. Да, я снимаю. Ну я типа Христина. Да, я люблю сделаю наплыв зум. Все, я сижу смирно.